Такая приятная новость в воскресенье. Сейчас я вам расскажу то, что я прочитал на iPhones.ru. Речь идет о том, что в аэропорту Гагарин в Саратове 10 минут показывали порно на всех экранах. Хулиганы взломали сеть аэропорта, находясь в туалете. Там находился планшет, там находится планшет, по которому пассажиры могут связаться с поддержкой аэропорта. В туалете. По информации полиции, неизвестный человек взломал устройство и в Яндексе нашел порно. Почему именно в Яндексе, не знаю, есть другие сайты, напомню, называются. Почта России. То есть не Почта России. Я когда набираю Почту России, что-то появляется поинтереснее, чем в Яндексе. Затем он подключился к экранам в аэропорту через Wi-Fi и включил видео. Судя по камерам видеонаблюдения, перед тем, как запустился ролик, в туалет заходили 11 мужчин. Восьмерых уже нашли и допросили. Они заявили, что не слышали про этот инцидент. Остальных троих полиция еще не смогла найти. Наверное, они где-то там зависли. Приятных выходных. Точнее, они уже заканчиваются. Всем пока.